по графику. Также у нас социальные выплаты, карточки по всем разложены по числам. Веру Голубничную знает в лицо, пожалуй, каждый житель Нарьян-Мара. Заслуженный работник почтового отделения. Почти полвека отдала своей профессии. Еще студенткой она выбрала направление оператора почтовой связи. По распределению была направлена в поселок Ерцево Конышского района Архангельской области. Проработав там 3 года, вернулась в родной город и с 1974 года трудится в центральном отделении почты. Работала на разных местах, на посылочной, на доске, на отправке, по выдаче пенсии, по обработке пенсии. Раньше мы принимали переводы вручную, торговые выручки от магазинов мы принимали. Делала отчеты по переводной отчетности, по оплате переводов, по приему переводов. Даже вот отправляли в Москву в мешках все бланки. Вера Поликарповна признается, в век технологий люди стали реже пользоваться услугами почтовых отделений. Раньше много было подписных изданий, выписывали по много, по несколько экземпляров, по 10 даже выписывали, даже и больше. Были такие люди, выписывали много, читали много, и мы делали заказы вручную. Сейчас уже как бы на электронная почта, сейчас уже все идет, даже бланки распечатываются, можно распечатать готовые. Можно не заполнять бланки, а раньше надо было все писать, заполнять, делать заказы. Еще одна преданная своей профессии женщина Юлия Карипанова. Работать на почте мечтала с детства. Рядом был достойный пример – ее мама, которая трудилась оператором резерва. В 1998 году Юля устроилась на почту и заменяла работников сельских отделений на время отпуска. А в 2004 году освободилась с места в городе и девушка перевелась. За время работы на почте было немало курьезных случаев. Один Юлии запомнился надолго. Не смешной случай. Вот я когда работала в Телеске, вчера еще об этом вспоминали, там осенью река замерзала, вот эта дорога жизни у них, вот это было очень страшно, переходить через нее почту получать, ходить. Вот этот случай мне очень помнится. На почте не бывает случайных людей. Наталья Кошелева в свое время не поступила в педучилище на воспитателя и тогда решила попытаться поступить на оператора в Архангельское училище. Прошла, выучилась и поехала работать в Амдерму. Там у нас было очень большое население, был большой хороший коллектив, которому я благодарна за то, что они привили мне любовь к этой профессии. Благодарна своему первому, как говорится, начальнику. Это Алексея Валентина Николаевна, вообще всем девочкам, с которыми я работала, которые научили меня работать и любить свою профессию. В 90-х Наталья переехала из Амдермы и устроилась в почтовое отделение поселка Искателей. Ну а самое то, что я помню, когда я приехала в Амдерму на практику, у нас приезжал Гринпис. А мы только закончила училище, мы там изучали французский язык. Вот это я одна с гринписовцами. На ломаном французском разговаривала, принимала у них посылки. Это да. Это я помню, это было такое. Часто, конечно, уже французский не помню. Анна Закусова в почтовой связи работает уже 10 лет. Все началось еще в 2010 году. Тогда девушке предложили должность почтальона. Однако, когда она согласилась, освободилась с места оператора 3-го класса. Замена операторов во время обедов на кассе. Где-то сама сижу, помогаю, потому что бывает у нас вот сейчас лето, период отпусков. Соответственно, где-то бывает работников не хватает. Сидим сами, помогаем. У меня тут свои должности, а почтальонов надо отпустить, там что-то, там посчитать. Ну, в общем, хватает работы. Почта является самым первым источником связи, который объединяет людей, живущих в разных уголках не только одного государства, но и разных континентов. В Ненецком округе функционирует 29 почтовых отделений. 5 из них находятся в черте города, остальные на селе. На сегодняшний день на этом поприще работает более 190 сотрудников, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. От всей души желаю ярких эмоций и профессиональных успехов. Пусть профессия вдохновляет, продвигает и приносит достаток. Гордитесь вашим трудом и помните о том, что вы являетесь незаменимым, неотъемлемой частью сложного почтового механизма. Впереди нас ждут большие и амбициозные задачи, с которыми мы обязательно справимся. В зале официальных мероприятий прошла церемония награждения, приуроченная к празднованию Дня Российской почты. Заслуженным работникам вручили благодарственные письма, почетные грамоты, а также присвоили почетные звания. Ваша работа носит какой-то огромный социальный характер. То есть вот есть социальные работники, а вот есть работники, которые действительно выполняют социальную функцию. И вы ее действительно выполняете.
Вот от всех жителей округа, от тебя лично, я хотел бы вас поблагодарить за эту работу. Спасибо вам большое. Помните, что вашу работу ценят во всех населенных пунктах. Люди ждут почтовых отправлений. И пусть они только вовремя приходят, они очень ждут. От всего сердца поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, успехов в работе. И пусть вам сопутствует удача во всем. С праздником вас! В завершении торжественной встречи Юрий Бездудный пообщался с работниками почтовых отделений в неформальной обстановке. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».